What we actually see in Russia is a country that's addicted to authoritarianism. This authoritarianism, this lack of democracy, this need to exert violence, to exert control, this is at the heart of the Russian state and Russian society and culture. Ви мусите нас слухатися, бо ми нащадки переможців, а якщо ви проти росіян, то ви, значить, нацист. Ця абсурдна конструкція виправдовує все. Російська Федерація как бы говорит, миропорядка больше нет. Это то, что хочет сказать РФ всему миру. И требует от всего мира с ножом у горла согласиться с этим. Вони 20 років експлуатуючи дуже широко антифашистську і антинацистську риторику, прикриваючись нею, але фактично практикували фашистські практики і були фашистами самі по собі. Просто вони ніколи про це не казали відкрито. Нет проблемы, что русские не могут договориться с украинцами. Этой проблемы не существует. Можно иначе поставить вопрос. Граждане Украины не могут договориться с гражданами России. Вопрос. Евреи могли договориться с национал-социалистами? В России произошла трагедия, связанная с тем, что те демократические институты, которые пыталось построить российское общество в 90-х, они полностью оказались разрушены самим же этим российским обществом. People in the democratic West, leaders, for instance, are extremely naive when it comes to understanding Russian policies and approaches. So that really needs to be changed soon. В отношении нас мы видим, они отрицают украинскую идентичность, говорят, что ее нет в принципе, или она должна быть уничтожена. Ну, а чем она отличается от фашизма? Они по расовому признаку уничтожали, эти по принципу идентичности, но это же все то же самое. Ты бачишь війська іншої країни в тебе вдома, а повірити в це не можеш. 26-го было первый раз страшно, когда я увидел трупы людей возле метро Киевская. И я понял, что это трупы не только что, а это было полдня назад. Putin's army, if the Russian armed forces are not stopped here in Ukraine today, 2022, they will go further. You know, the Baltic states are next.